В Алдане 7 владельцев автомобилей лишились своих машин. Погрузчик, 2 грузовика и 4 легковушки, находившиеся в гараже близ городского рынка «Металлург», уничтожил пожар. Возгорание произошло вечером 16 декабря. К прибытию пожарных расчетов помещение изнутри было охвачено пламенем. Эвакуация транспортных средств не представлялась возможной. Отметим, здание гаража было введено в эксплуатацию после завершения ремонтных работ. Именно поэтому, отмечают работники рынка «Металлург», бокс не был оснащен противопожарными средствами безопасности. Владельцы не успели привести гараж в соответствие требованиям. Причина возгорания, виновник и ущерб устанавливаются. Были нарушены нормы пожарной безопасности при строительстве гаража, отсутствовали вторые въездные ворота, что препятствовало той же эвакуации. Отсутствовали средства и установки противопожарной защиты, как пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре. Отсутствовал на территории источник наружного противопожарного водоснабжения. Приходилось протягивать магистральные линии от спорткомплекса «Металлург», что на значительном расстоянии.